Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Веты, и это 18-я серия моего летсплея по бесконечному лету. Мы проходим рутлены, продолжаем проходить рутлены, и у нас уже вовсю идет 5-й день, и мы поехали с девочками. Хотя, что это говорю, поехали, поплыли с девочками на остров собирать землянику, и перед нами стоит выбор, с кем же все-таки мы пойдем. Поскольку корзинок-то у нас две, а нас, как видим, трое. И, понятное дело, раз мы проходим Лену, то и идти нам надо тоже с Леной. Поехали. Давай я пойду с тобой. Давай. Вот и славно. Слава взяла вторую корзинку и пошла в дальнюю часть острова. Ну что? Что? Пойдем? Ага. Лена улыбнулась. Только собирай внимательнее, не пропускай ни одной ягодки. И ты тоже. Жатва началась. Земляника здесь действительно была вкусной. Я бы, наверное, съел ее всю, если бы вовремя не остановился. Ягоды размером с клубнику, ярко-красного цвета. Да, мы точно не зря сюда приплыли. Лена шла совсем рядом, так как корзинка у нас была всего одна. Я чувствовал себя грибником, заглядывая под каждый кустик и внимательно роясь в траве. У тебя как-то лучше получается. Да? Я их не считаю, если честно. Нет, правда. Корзинка была уже наполовину заполнена. А ты, наверное, любишь природу? Да. Ой, прям как фотовспышка сейчас была. Яркий луч солнца, пробившийся сквозь кроны деревьев, ослепил меня на секунду. Я опустился на землю и прислонился к дереву. Красиво все же здесь. Лена села рядом. Близко настолько, что ее локоть касался моего. Да. Мы просто сидели. Время, кажется, остановилось. Ветерок нежно колыхал листья на деревьях, в траве лениво прыгали букашки, а вдалеке на воде резвились солнечные зайчики. Мимимишность какая. Лена опустила голову мне на плечо. Почему-то очень странно. Я странно расположена рука Лены, и зачем-то она ее сунула между ног. Сначала это немного меня удивило, но потом, прислушавшись к ее размеренному дыханию, я подумала, что так и надо. Семен ее, если что, обнимает, если кто не заметил. Видимо, разморила, и она решила вздремнуть. Несколько минут я просто сидел, ни о чем не думал. Но потом в голове со сверхзвуковой скоростью начали скакать мысли. Лена, рядом, спит, тепло, нежность, чувства. Я посмотрел на нее. На лице девушки было такое спокойное, умиротворенное выражение, что казалось, она сейчас где-то не здесь, а где-то в лучшем мире. Не знаю, что бы случилось в следующую секунду, если бы я не услышал голос Слави. «Семен! Лена!» Я несколько раз резко тряхнул головой в разные стороны, чтобы прийти в себя. Лена начала просыпаться. Она открыла глаза и отсутствующим взглядом посмотрела на меня. «Что снилось?» «А?» Поняв, что задремала у меня на плече, Лена покраснела. «Извини». «Да ничего». К нам подошла Славя, и Лена поспешила встать. «И как улов?» Я грустно вздохнул. «Что-то не густо». А из ее корзинки земляника так и вываливалась. «Ладно, нам и этого хватит. Пора возвращаться». Я взял корзинку, и мы направились назад к лодке. Обратно мы доплыли быстрее, потому что я постарался сконцентрироваться на гребле и не отвлекаться ни на что другое. Хотелось лишь вернуться на пристань живым. Первый заплыв не прошел бесследно, и в этот раз руки начали болеть уже после нескольких взмахов веслами. Пришвартовав лодку, я обессиленно рухнул на землю. Слава и Лена склонились надо мной. «Если тебе было тяжело, ты сказал бы». «Да». «Да нет, ничего. Сейчас полежу, и все пройдет». «Ладно, тогда отнеси, пожалуйста, корзинки Ольге Дмитриевне, а то у нас еще дела есть». «Да, конечно. Сейчас я был готов согласиться на что угодно, лишь бы не вставать». Слава поставила корзинки, полные земляники, рядом со мной и, весело о чем-то болтая с Леной, направилась в сторону площади. «Самое тяжелое сделано». Так я думал, пока не встал и не взял корзинки. На этом мы с вами эту сценку заканчиваем и двигаемся дальше. На самом деле, конкретно вот этот выбор
если я правильно помню, на Лену никоим образом не влияет, но я советую на всякий случай все-таки девочек похвалить и все-таки не быть эгоистичной тварью и сказать, что все-таки мы вместе, так сказать, старались. Это все благодаря помощи девочек. Оценка в библиотеке с Алисой, также подчеркиваю, никоим образом не влияет на Лену. Но я все же предлагаю посмотреть, что же будет, если мы попытаемся выхватить книгу у Алисы. Сейчас поймете, зачем я это делаю. Давайте попытаемся это сделать. Все же любопытство взяло верх. Я воспользовался тем, что Алиса не смотрит на меня, и тихо, подкравшись, аккуратно выхватил книгу. «Ай!» — взвизгнула она. В следующую секунду ее лицо приняло такое выражение, что я уже начал сомневаться в правильности своего решения. «Раз уж скоро умирать, то хотя бы посмотрю, ради чего». В руках у меня была «Унесенные ветром». Та же книга, что тогда вечером на скамеечке читала Лена. От удивления я даже забыла о неминуемой смерти. «Интересно?» «Да», — покраснев, нехотя ответила Алиса. «Ладно, тогда...» Я протянул ей книгу. Алиса бросила ее на стол и быстро, несмотря на меня, вышла из библиотеки. «Значит, и ей ничто человеческое не чуждо. В конце концов, она тоже девочка». Быстро проанализировав произошедшее, я заключил, что ничего такого странного и не случилось. Как видим, Алиса читала ту же самую книжку, что и читала Лена в одну из наших первых с ней встреч. А это на самом деле в какой-то мере, с какой-то стороны немножечко раскрывает характер Алисы. И, в общем, как правильно заметил Семён, ничто человеческое действительно не чуждо, и она тоже, в принципе, не прочь почитать такие вот произведения. А значит, она далеко не такая, какой пытается казаться окружающим. Как-то так. Итак, наконец-то мы с вами добрались до долгожданного похода. И в данном случае мы с вами опять выбираем вариант попытаться узнать, о чем спорят Лена и Алиса. Только теперь уже мы будем с вами общаться больше с Леной, нежели с Алисой. Из всего благолепия выбивались только Лена и Алиса. Нет, само по себе то, что Алиса с кем-то ссорится, было абсолютно естественным. Но Лена, разговаривающая на повышенных тонах... Я аккуратно подошел поближе, пытаясь понять, что происходит. «Нет, это ты меня послушай!» «Ничего я слушать не собираюсь!» «Да? Ну и отлично!» Алиса отвернулась и встретилась глазами со мной. Сначала она явно не поняла, что происходит, но потом... «Так ты подслушиваешь?» «Что? Я? Нет!» Она медленно пошла в мою сторону, а я сделала несколько шагов назад. Лена же осталась стоять на месте. «Хотя ладно, слушай». Алиса остановилась на полпути и обернулась к Лене. «А знаешь, кстати, что он сегодня за мной подглядывал?» «Что?» «Подглядывал и все видел». «Это правда?» Лена жалобно заломила руки, бросила на меня короткий взгляд и уставилась себе под ноги, словно отключившись от реальности. «Нет, нет, ничего такого не было!» Я подошел к Лене, бросив на Алису гневный взгляд. «Как же не было? У меня и свидетели есть». «Да твои свидетели еще похлеще тебя!» «Значит, будешь говорить, что не было?» Я на секунду задумался. И правда, почему у меня такое патологическое желание оправдаться перед Леной? Словно мне это жизненно необходимо. Необходимо, чтобы ее мнение обо мне не изменилось. Впрочем, откуда я вообще знаю, что она думает? «Нет, не было!» Лена бросила на Алису гневный взгляд и тут же подняла на меня глаза, полные томления и надежды. Вдруг стало невыносимо тяжело смотреть в них. «Нет, не было!» Повторил я уже менее уверенно. «Ну, как знаешь», усмехнулась позади меня Алиса. «Тебе решать, кому верить». Бросила она Лене, развернулась и направилась к костру. «Правда?» Мне было неудобно, не по себе. Я ощущал дискомфорт и острое желание побыстрее закончить с этим. И с какой стати мне перед ней оправдываться? Ну а если и было? Я вызывающе посмотрел на Лену, но смог заметить лишь яркий луч заката, отразившийся в слезе, стекавший по ее щеке. «Нет, то есть я хотел сказать, тебе не нужно врать». Она вытерла слезы и попыталась улыбнуться. «В конце концов, это меня не касается». «Нет, почему же не касается?» «А почему касается?» «Просто я... ну, это вышло случайно, понимаешь?» «Случайность, спровоцированная Ульянкой, не более». «Да, конечно».
Правда? Я верю. Лена говорила все это совершенно безэмоционально, словно происходящее нисколько не волновало. Я даже был готов в это поверить, если бы не слезы пару секунд назад. А мне кажется, не веришь. Это что, какая-то игра? Сказала Лена тихо, но в ее голосе проскакивали нотки злости. Тебе обязательно нужно меня в этом убедить. И даже если я поверю, то что? Все так и будет на самом деле? Я не пытаюсь тебя ни в чем убедить. Просто хочу, чтобы ты поняла, что я не виноват и не хотел. «Да какое мне вообще дело?» – закричала Лена. Я стоял спиной к костру, но был уверен, что все пионеры обернулись на нас. «Хочешь подглядывать за кем-то? Подглядывай! Что хочешь, то и делай! Ну ко мне-то зачем лезешь?» «Я не...» А ведь действительно, как ни посмотри, все выглядело именно так. Я безуспешно пытаюсь оправдаться перед Леной. Как провинившийся ребенок, или может быть даже как проштрафившийся муж. «Знаешь что? Мне все равно!» Лена развернулась и быстро зашагала в сторону лагеря. Я не пытался ее остановить. Сейчас это было точно не лучшим решением. Она на взводе. Уговоры и призывы к голосу разума не помогут. И давно с ней вообще такое? Чтобы она вот так кричала, выходила из себя. В раздумьях я вернулся к костру и сел на бревно. «Ну?» – спросила Алиса, устроившись рядом. «Что?» «Не очень удачно вышло». «Как видишь», — буркнул я, ковыряя палкой угли. Уже совсем стемнело, поляна погрузилась во мрак. Окружающий пейзаж напомнил картинку из детской книжки про лешего. Вот-вот из-за дерева готово выпрыгнуть неведомое лесное чудище, в ветвях деревьев угрожающие уходят хищные совы, даже мышки-нарушки, выглядывающие из-под коряк, смотрят на тебя с недоверием. Впрочем, тогда я совсем не боялся, не так, как вчера, в старом лагере, в подземелье. Луна светила ярко, внимательно следя за нашим бравым пионер-отрядом. В ее свете мир словно застыл, до утра погрузившись в спячку. Как я и думала. Хотя этого следовало ожидать. А почему... Мне наконец удалось подцепить самый большой уголь и закинуть его в центр костра, отчего пламя поднялось на полметра вверх, и во все стороны полетели искры. Лена часто так себя ведет? Как? Кричит. Не думаю, что она так отреагирует. Что она, не человек, что ли? Алиса засмеялась. Как будто ты раньше не замечал. Что не замечал? Ее. В смысле? В прямом, что она вот такая. Какая такая? Какой же ты тупой! Да, я полностью согласна с Алисой. Сейчас именно вот с этого похода начинаются те моменты, когда Семен реально начинает жестко тупить. Вот как бы, камон, почему было не побежать следом за Леной и вообще не спросить ее саму, не попытаться разузнать, в чем дело? Нет, мы останемся возле костра в походике и будем весело болтать с Алисой, к которой Леночка вообще-то вполне себе явно ревнует. Ну, впрочем, ничего нового. Нет, подожди, раз начала, договариваю уж. Что она не такая, как кажется, как ты о ней думал? А какая? Ладно, мне надоело уже. Алиса встала и собралась уходить. Я ничего не стал говорить, просто сидела, вслушивался в ночное безмолвие леса. Кстати, если захочешь за ней пойти, то думаю, она на острове. На каком острове? На котором вы землянику собирали сегодня. А что она там делает? Тьфу, ты правда идиот! Алиса топнула ногой, обошла костер и села поодаль от остальных. Может быть, сейчас я и правда многого не понимал. В голове было совершенно пусто. Точнее, в ней просто не оставалось пространства для развертывания идей. И если в лучшие времена мой мозг представляет из себя широкую автостраду, по которой с бешеной скоростью проносятся миллионы мыслей, обгоняя, подрезая друг друга, устраивая чудовищные аварии, то сейчас он не более чем затерянная в лесу тропинка, по которой ходит только в случае крайней необходимости. Я уже эту фразу, мне кажется, выучила просто наизусть. Она у нас уже встречалась и с Алисой... И со Славей, и с Ульяной, и теперь вот даже с Ленкой тоже. Я пытался думать о том, что произошло, как-то проанализировать это, но словно упирался в невидимую стену. Более того, не получалось найти в душе ни единой эмоции, ни единого отклика, словно все случилось попросту не со мной. Лену не удалось убедить в том, что я не виноват. Ну и ладно. Лена плакала, кричала, потом ушла. Ну и ладно. Ничего не чувствую по этому поводу. Ну и ладно. Я до крови прикусил губу и встал.
Находиться среди смеющихся пионеров было просто невыносимо. Куда угодно, хоть в лес, хоть в шахту, хоть в космос, лишь бы подальше отсюда. Улучив удобный момент, когда вожата не смотрела в мою сторону, я скрылся между деревьями. Давно не было дождя. Впрочем, бывают ли тут вообще дожди? Глупости наверняка бывают, растениям-то необходима влага. Ночью стало свежее, чем днем, но воздух все равно еще не успел до конца остыть, от духоты немного кружилась голова. Внезапно мне очень захотелось искупаться. Вполне нормальное желание, за день здесь успевает 7 потов сойти. Я и сам не заметил, как оказался на лодочной станции. Почему не на пляже? Мысли о Лене нахлынули с новой силой. Все то, что я так тщательно пытался игнорировать, вылезло наружу, таща за собой неудобные вопросы, неподходящие ответы, непонятные чувства и неопределенные желания. Было очевидно, на пристань меня привело подсознание. Но чего я действительно хочу? Извиниться перед ней за что-то? Убедить в чем-то? Нет, навряд ли. Я просто хотел добиться от нее какой-то реакции. Хотел, чтобы она сказала «да, я все понимаю» и просто улыбнулась. И тогда я бы перестал чувствовать себя так. Мне просто было необходимо, чтобы кто-то, пусть и в этом мире, меня понял. Что-то попахивает немножечко эгоизмом. Мало того, что девушка обиделась, расстроилась, убежала вся в слезах, а он тут думает только о себе. Ну, в общем-то, типикал. Я быстро отвязал лодку, столкнул ее в воду, залез и взялся за весла. В этот раз грести было проще. Руки болели, но удалось выработать некую технику, которая позволяла плыть более-менее по прямой. Река словно застыла, прозрачным ковром расстилась под лодкой. Лунный свет проникал глубоко под воду, настолько, что еще чуть-чуть, и можно было бы увидеть дно. Я налег на весла. Удивительно, но сейчас остров казался таким же, как и днем. Здесь все обычно по-другому. Ночью с наступлением сумерек, как будто оказываешься в ином мире. Мире загадочном, иногда пугающем, но по-своему красивом. Мире теней и шорохов, застывшем в мире ноктюрна. Я медленно обходил остров, осматривая лодку, на которой приплыла Лена. Под ногами тихо шелестела трава, редкие волны мирно удалялись о берег и отскакивали назад, как мошка, которой уже надоело биться о стекло. Ветерок с воды лениво шевелил листья на деревьях, скорее по привычке, чем действительно желая заставить петь ночную рощицу. Бдыщ. Я засмотрелся на эту прекрасную картину и сам не заметил, как налетел на что-то. Это была лодка. Что же, ничего удивительного, не вплавь же она сюда добралась. Я направился вглубь острова. Через сотни метров за деревом послышался шорох. «Не подходи!» — тихо шептала Лена. Я остановился в нерешительности. «Не подходи!» — сказала она громче. «Откуда ты знаешь, что это я?» Хотя она ничего такого и не говорила. «Хорошо!» Я прислонился к дереву, не пытаясь заглянуть за него. «Алиса сказала, что ты можешь быть тут. И что?» Мне было сложно сказать, какие эмоции сейчас испытывала Лена. Ее голос звучал достаточно ровно, хотя в нем и читались раздражение и досада, я все равно не мог понять, то ли она злится, то ли ей все равно. Неудобно получилось. Я всеми силами пытался избегать ненужных извинений и оправданий, но других слов подобрать не мог. «Ты только сюда за этим пришел?» «Нет, то есть я не знаю». «Не знаешь, но пришел?» «Да». «Не стоило». «Почему? Если, конечно, я мешаю. Зачем ты за мной бегаешь?» «Я...» А ведь она была права. Все выглядело именно так. Более того, меня самого к ней определенно тянуло. «Не подумай ничего такого». «А что я должна думать?» «Не знаю». «Я лишь делаю выводы по твоему поведению». «Я правда не знаю. Наверное, мне лучше уйти». Я окончательно запутался, и просто было тяжело находиться рядом с ней. «Зачем, раз уж пришел?» Показалось, что в ее голосе послышались какие-то игривые нотки. «Ладно». «И что?» «Что Алиса сказала?» «Да ничего особенного». «Вот как?» «Да». «Ну ладно тогда». «Угу». Некоторое время мы просто молчали. «Расскажи о чем-нибудь, раз уж пришел». «Я даже не знаю. Например, про то, что было утром». «А что было утром?» «Ты знаешь». «Ты же сама не хотела об этом говорить». «Не хотела, а сейчас хочу». Голос Лены задрожал. «Я же совершенно перестал понимать, что происходит.
Может быть, за деревом совсем и не она стоит? Не смотри. Ладно, ладно. Но что такого? Ничего. Просто не смотри. Хорошо, как хочешь. Значит, ничего не было? Ну, было, но это всего лишь глупая случайность. Почему ты тогда так переживаешь о том, что я об этом подумаю? Не переживаю я. Да и вообще, ты-то сама тоже. Добавил я громче, начиная заводиться. Что я? Почему тебя так волнует эта ситуация? А кто тебе сказал, что меня волнует именно эта ситуация? Ну а что тогда? Ничего. Сказала она шепотом и замолчала. Такой разговор ни к чему нас не приведет. Лена постоянно что-то недоговаривает, а я, похоже, слишком глуп, чтобы догадаться, да и даже просто разобраться с собой не получается. Да, это он прям в точку сказал. Прости, наверное, я виноват, но я просто не понимаю. Почему? Что? Почему ты постоянно извиняешься за все, за то, что делал, за то, что собираешься сделать, даже за то, что еще не сделал? Но... Может быть, она и была права, однако я уже не мог вести себя по-другому. Я чувствовал необходимость извиниться перед ней, перед всеми, чтобы меня не считали плохим, чтобы не смеялись, чтобы не осталось недопонимания недосказанного. Впрочем, твое дело. Лена разозлилась. Извиняйся, оправдывайся, какая мне разница? Ладно, хорошо, я не виноват. На самом деле, я не считаю, что в чем-то виноват. Но что тогда не так? Что с тобой не так? А почему со мной что-то не так? Не знаю. Мне так кажется. Ой, дебил. Такой дебил просто. Ах, кажется? Рассмеялась она. Ты говоришь так, как будто знаешь меня. Я промолчал. Уходи, сказала Лена через некоторое время. Я же не сдвинулся с места, просто не мог, не было сил. Уже ничего не хотелось, ни оправдываться, ни извиняться. Больше не нужно было ее понимания. Я слишком устал от всего этого. Почему? Просто уходи, прошептала она. Не хочу. Тогда я уйду. Пойдем уж вместе. Нет. И долго ты будешь на меня обижаться? За что? Что вообще с тобой происходит? Все ведут себя нормально, кроме тебя. Мне было совершенно все равно, что значат мои слова. Словно их говорил кто-то другой. А тема разговора меня абсолютно не интересовала. Ты правда ничего не понимаешь. Алиса была права. Права в чем? Да так. У меня просто дикий фейспалм. Дичайший. У кого тоже фейспалм, ставьте лайк, ребят. Я закрыл глаза и задумался. Нет, больше не могу так. Не понимаю, не знаю, что думать, что делать. И давно меня перестало волновать мое положение в этом мире. Вопрос о том, как вернуться назад. Давно ли единственное, о чем я могу думать, это Лена? То, как на меня будут смотреть остальные. Как выглядят мои поступки со стороны. Это же просто глупо и совершенно не похоже на меня. Более того, неуместно в данной ситуации. В общем, я ни в чем не виноват и не намерен оправдываться в том, чего не делал. Ответа не последовало. Эй, ты меня слушаешь? Я все-таки решил посмотреть, кто же на самом деле скрывается за деревом, но там никого не оказалось. Значит, ушла. Я бросился к Лене на лодке, но она была уже далеко, почти около пристани. Ну и ладно, крикнул я и пошел вдоль берега. Назад удалось доплыть относительно быстро и без особых потерь. Однако руки все равно болели ужасно, а глаза закрывались сами собой. Наверное, такая физическая, а главное эмоциональная нагрузка – это слишком для одного человека. Я медленно брел в сторону домика вожатой, уставившись себе под ноги и ни о чем не думая. На площади меня кто-то окликнул. «Эй!» Ко мне подбежала Алиса. «На острове был?» «Да». По правде говоря, совершенно не хотелось с ней ни о чем разговаривать, но и врать уже не было никаких сил. И как? Никак. Никак. Я очень устал, иду спать. Ну расскажи уж. На ее лице появилась такая мерзкая гримаса, что меня буквально передернуло от злобы. Тебе какое дело? Ну нет, просто... Испуганно пролепетала она. Иди куда шла. Рявкнул я и, ускорив шаг, направился по направлению к домикам. Направился по направлению. Тавтология. Алиса не стала меня останавливать.
Как назло, Ольга Дмитриевна еще не вернулась, а свой ключ я найти не мог. Неужели потерял? Оставалось лишь ждать. Я плюхнулся в шезлонг и закрыл глаза. На сердце было тяжело, душу разрывали неопределенные бесцельные томления. Иногда даже казалось, что я уже умер, просто еще не понял этого и попал в ад. Ведь действительно, вместо того, чтобы попытаться выбраться отсюда, я все сильнее раскручиваюсь на некоем дьявольском колесе, все сильнее врастаю в жизнь этого мира, этого лагеря. Как будто и не было прошлой жизни, реальной жизни. Как будто меня всегда только и волновало, что мнение окружающих. Да черт возьми, ведь никогда оно меня не волновало. Почему именно сейчас? Почему именно здесь? Перед глазами встало заплаканное лицо Лены. Да, наверное, не мнение окружающих, а именно ее мнение меня волнует. Вдалеке послышались шаги, и через некоторое время показалась Ольга Дмитриевна. Она пару секунд внимательно смотрела на меня, видимо, собираясь что-то сказать, но потом лишь вздохнула, открыла своим ключом дверь и вошла внутрь. Я последовал за ней. Бесформенные тени, размытые воспоминания, обрывки чувств и эмоций кружились в голове еще долго. Так долго, что в какой-то момент я уже перестал понимать, где нахожусь и что со мной происходит. Единственным спасением стал сон. И мы с вами врываемся в следующий день. День шестой. И, конечно же, вышли мы на руд Ленки. Я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечи. Глаза открывать было слишком тяжело, поэтому мне удалось лишь жалобно замычать. «Вставай уже! Линейку проспишь!» Поняв, что Ольга Дмитриевна от меня хочет, и прикрикнув, сколько сейчас времени, я перевернулся на другой бок. Спать хотелось так, что я уже было думал по-быстрому задушить вожатую, чтобы она не мешала мне спокойно восстанавливать силы после вчерашнего адского денька. «Семен, вставай немедленно!» Я все же кое-как продрал глаза и присел на кровати. «Ольга Дмитриевна, я, конечно, все понимаю, но у меня вчера был такой тяжелый день. Может быть, хотя бы сегодня можно поспать подольше?» Начал прочитать я. «И речи быть не может. Линейка обязательно для каждого пионера. А ты, тем более, уже пару раз ее пропускал». Голова совершенно не соображала, так что я просто не нашелся, что возразить. Через пару минут мы уже стояли на площади. Я клевал носом, прилагая последние усилия, чтобы не заснуть, стоя, так что Ольгу Дмитриевну абсолютно не слушал. Большинство пионеров, похоже, находилось в таком же состоянии. Электроник активно зевал, у Алисы были огромные мешки под глазами, лишь Ульянка оказалась, как всегда, полной сил и энергии. Но мне кажется, еще и Славе тоже, поскольку она вся такая помощница вожатой и вся такая трудяшка. Я еще раз окинул взглядом линейку и не увидел Лены. Странно. Вообще она девочка пунктуальная и обязательная. Не в ее правилах пропускать подобные мероприятия. С другой стороны, на нее вчера столько свалилось. Такой стресс. Наверное, ей тяжело. Хотя подобное поведение Лены стало для меня полной неожиданностью. Конечно, я и раньше подозревал, что на самом деле она не совсем таким хочет казаться, но никак не ожидал столь разительного преображения. Лена, удивительно, чем-то напоминала Алису. В чем-то даже была жестче и суровее. И теперь непонятно, как с ней себя вести, я попросту начал ее опасаться. Линейка закончилась, и пионеры поплелись на завтрак. Возле столовой меня отгнала Мику. «Семен, доброе утро! Как спалось? Что снилось? Как настроение? Готов к завтраку?» Она, как всегда, тараторила безумолку, при этом мило улыбаясь. «Нормально», — лениво ответил я. «А то сегодня день такой, может из-за погоды, пасмурно же, вдруг дождь пойдет. Ну так вот, все какие-то мрачные, грустные, а я уж думала, что что-то случилось, а мне забыли рассказать. Представляешь, что-то плохое случилось, все знают, а я нет, и тут я так расстроилась, но потом...» «Не волнуйся, конец света не пропустишь», — съязвил я. «Что?» Похоже, она так увлеклась своим монологом, что не замечала ничего и никого вокруг. «А если пропустишь, я тебе напомню». «Ничего, приятного аппетита». Я уверенным шагом направился в столовую, чтобы получить свою порцию жиров, белков и углеводов. Вот дурачок, мог бы у Мико вообще спросить, что там как с Леной, где там она и что к чему, они же типа соседки, там все дела. К моей радости, дальнее место в углу было свободно. Я сел и постарался сделать такое выражение лица, чтобы другие
Думали, что подходить ко мне ближе, чем на 10 метров, можно только в случае крайней необходимости. Просто посидеть одному и подумать. Тем более, не отвлекаясь ни на что, мне меньше хотелось спать. «Привет, можно к тебе?» Я совсем не заметил Славю. «Странно». «Да», – нехотя ответил я. «Не в настроении?» «Не особо». «Что-то случилось?» «Да ничего». «Если не хочешь, не рассказывай». «Да рассказывать и не о чем». Некоторое время мы просто молча ели. Потом я спросил. «А куда ты вчера ушла?» «Я просто хотелось побыть одной». «Это на тебя не похоже». Я несколько оживился. «Да, ну, может быть. Ты тоже не часто бываешь таким угрюмым». Пожалуй, она права. Даже в самых плохих ситуациях я всегда пытался искать положительные моменты. Не то чтобы я был оптимистом, но всегда старался не унывать. Учитывая мою прошлую жизнь, это естественно. Начни отчаиваться, и можно сразу в петлю лезть. Наверное. Когда Слава закончила есть, я все еще лениво ковырял ложкой манную кашу. Ладно, я пойду. Кстати, а ты Лену не видела? Нет, а что? Просто ее не было на линейке. Странно, не похоже на нее. Да, пожалуй. Ну, думаю, ничего страшного. Да, конечно, я просто спросил. Я еще некоторое время посидел, и так и не доев завтрак, направился к выходу. День сегодня действительно пасмурный. Впервые за все время, что я здесь. Яркое палящее солнце уже стало привычным для меня. Жара, спадающая только к вечеру, и духота казались неотъемлемыми атрибутами этого места. А получается, что и здесь погода непостоянна. Словно в тон моему настроению. Да, налицо еще одно подтверждение тому, что это место или его создатели разумные обладают большим режиссерским талантом. Иногда мне очень хотелось остановиться на одной теории, сконцентрироваться на ней и забыть про все прочие. Просто решить, что все это инопланетяне или параллельная вселенная. Или чертовщина, или опыты военных. Решить и все. Не прокручивать в голове десятки вариантов, постоянно перепрыгивая с одного на другой. Четко сфокусироваться на одной версии. Но это же невозможно. Фактов почти нет. Можно сказать, что нет совсем. Ничего экстраординарного со мной здесь пока что не произошло. Да, были странные вещи, но ведь и в реальном мире их полно. В общем, очередной цикл размышлений, который приводит меня опять к остановке автобуса номер 410 и воротам в лагерь «Совенок». Ни ответов, ни подсказок, ни намеков. Я брел, куда глаза глядят. В жилом квартале было немноголюдно. Точнее, там вообще не оказалось ни единой живой души. Тем больше было мое удивление, когда за очередным поворотом появился электроник. Я уже хотел его окликнуть, но меня остановило то, что он как-то слишком уверенно шел в неизвестном направлении. Странно, не похоже на него. Да и вообще, о чем говорить с электроником? Да так еще что, мне первым придется начать разговор. Похоже, я уже совсем отчаялся. Впрочем, было бы не безинтересно проследить за ним, узнать, куда же он так мчится. В детстве мне очень нравились игры в шпионов, а тут появилась возможность поставить себя на место настоящих разведчиков. Я не стал особо маскироваться и прятаться, а просто тихо пошел за ним на некотором отдалении. Кстати говоря, вот эти вот символы на домиках — это, насколько я помню, некая отсылка. Я не помню, к чему конкретно, но у меня есть лишь некоторые догадки в голове. Если я не забуду, то я обязательно гляну и, если что, укажу, если это действительно так. Вскоре мы вышли к библиотеке. Электроник постучал и зашел внутрь. И я же встал за большим деревом так, что меня не было видно, и принялся ждать. Его не было уже довольно долго. Возможно, это глупая затея, ведь что такого в самом деле в том, что он зашел в библиотеку? Может быть, просто решил взять что-нибудь почитать? А быстро шел, ну и что с того? Может, у него потом дела такие? Ой, ёпперс, ты меня так напугала, если честно, сейчас эта дверь чёртова. Ну да ладно. Мои размышления нарушил громкий хлопок двери. Я посмотрел в сторону библиотеки и увидел электроника, вылетающего оттуда, и Женю, которая бежала за ним, попутно выкрикивая: «И чтоб я больше этого не слышала! И тебя не видела!» Они пробежали мимо, но, естественно, были так увлечены погоней, что меня заметить не могли. Вся эта ситуация показалась очень забавной, и я решила обязательно выяснить, в чем же дело. Интересно, куда мог побежать электроник? Ну, на самом деле очевидно, что он побежал в общие кружки, но давайте мы с вами чисто ради интереса прокрутим, скажем так, все возможные варианты, то бишь медпункт, кухню и кружки. Ну, по-моему, кружки — это слишком очевидно, то есть его, скажем так, родная обитель.
Ну, может быть, он побежал в медпункт? Нет, это явно глупая идея. В столовую укрыться было бы неплохим решением. Впрочем, и тут его не было. Да, вполне очевидно, что он побежал именно в свой родной кружок кибернетики. Я вошел без стука, но внутри никого не обнаружил. «Электроник, это я!» Из соседней комнаты послышались шаги, и вскоре появился сам электроник. «Семен, привет, а я тут вот...» Его глаза виновато бегали, а на рубашке были видны следы пота. Я бы не удивилась, если бы там были видны следы помады, хотя в нынешней ситуации все-таки навряд ли. «Спортом занимаешься, я погляжу. Бегом на короткие дистанции?» «А я это... ты видел?» — обреченно спросил он. «Да, чисто случайно. Вот и решил зайти поинтересоваться. Как у тебя дела? Что случилось?» «Да так, ничего особенного». Действительно, спасаться бегством от разъяренной библиотекарши — это же на самом деле сущая безделица. «Мне-то можешь рассказать?» Я обезоруживающе улыбнулся. «Да? А ты никому потом не...» «Конечно! Могила! Вот тебе крест!» Кажется, я немного переигрывал, но это, похоже, убедило его. «Ладно». Он глубоко вздохнул, собираясь силами. «Знаешь, мне Женя с первого дня нравится». После этих слов мне захотелось упасть на пол и начать кататься. Разрываясь от яростных приступов хохота, но из уважения к нему я сдержался. Однако дальнейшие его слова пролетели мимо ушей. «И вот я все-таки решился. Ну а что дальше? Ты сам видел». «Смелый парень, ничего не скажешь. Ты это, старайся, что ли, и все будет?» Я, еле сдерживая смех, похлопала его по плечу. «Спасибо за поддержку», — он грустно улыбнулся. «Ладно, мне пора, дела». Я пулей выскочила из здания кружков и в волю насмеялся. Хотя, если подумать, электроник и Женя — прекрасная пара. Они действительно подходят друг другу. Непонятно тогда, чего Женя ему отказала. Я шел в сторону площади и размышлял над этим происшествием дальше. А ведь электроник не такой уж и простак. Вот так вот признаться девочке, даже понимая, что последует отказ, или это наоборот из-за того, как раз, что он простой, как 3 рубля. В любом случае, в его поступке чувствуется какая-то честность. Искренность, что ли? Более сложные люди стали бы часами, днями, месяцами, годами обдумывать, как лучше все это преподнести, какие могут быть последствия, да и вообще, стоит ли ввязываться. Так бы поступил и я. Нет, точнее, поступал. А вот он взял и сказал: «Да, неудачно, но ведь могло выйти по-другому». Эти мысли окончательно загнали меня в состояние черной тоски, так что сигнал на обед, обычно такой желанный, не вызвал у меня совершенно никаких эмоций. Столовая была битком. А что же ждет нас на обеде и, в общем-то, дальше, под конец уже 6-го дня? И что же все-таки произошло с Леной и где она в данный момент находится, мы с вами узнаем уже в следующей серии. На сегодня, пожалуй, хватит. Мы сегодня побывали в походе, протупили в диалоге с Леной, с Алисой, ни хрена не поняли, что от нас хочет Лена, почему она так странно себя ведет. Понаблюдали за очередной сценкой между электроником и Женей. Да, практически в каждом руте игра нам намекает о том, что между ними есть какие-то все-таки взаимоотношения между электроником и Женей. И этим, в принципе, объясняется то, что в оригинальной, подчеркиваю, игре нету рута Жени. Другой вопрос, где же он все-таки есть? Но об этом чуточку позже. Если вам понравилась серия, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, тыкайте на колокольчик, вступайте в мою группу в ВК, я всех там очень жду, пишите комментарии под видео, увидимся в следующей серии, и всем пока-пока!